Казанском университете вы уж точно слышали, и, может быть, даже здесь уже бывали, может быть, у вас есть какие-то научные связи с нашими учеными, совместные проекты? Я о нем наслышан, но первый раз сейчас в нем. И у нас есть некие пожелания с коллегами, вот с физиками, начать некие эти самые. Но вот это мы будем обсуждать в ближайшее время, может быть, завтра, послезавтра. Вот такое у нас состояние пока. Угу. А что слышали именно о нашей физической школе и почему родилась идея совместного проекта? Да. Ну, мы слышали, как это ни странно, на международных своих конференциях. У нас есть партнеры, допустим, в Норвегии и в Скандинавии, которые взаимодействуют с Казанским университетом, насколько я понимаю. И они настоятельно нам рекомендовали тоже, так сказать, включиться в эту деятельность, и, потому что у них очень хорошие отзывы об этом деле. Поэтому вот... мы хотим войти в Казанский университет через Скандинавию, если можно так сказать. А если не секрет, примерно вот область? Ну, она связана с, во-первых, так сказать, с физикой рентгеновских лучей, с физикой использования их, использования синхротронного излучения и для материаловедения, и для такого... не только материаловедение, но разработка как бы вот таких новых методов, как спектроскопия и дифракция, но для, на очень высокоразрешающем уровне, на уровне нано, так сказать, разрешения, специальная микроскопия, специальные методы. Вот здесь у нас как бы и есть желание сотрудничать с Казанским университетом на предмет применения вот этих методов, потому что здесь есть определенный... Ну вот конкретно я пока сейчас не могу сказать, потому что это надо обсуждать. Хорошо, надеюсь, что все пройдет успешно, переговоры. О, ну, впечатление... Я уже был подготовлен тем, что мои коллеги уже давно говорили, что здесь и город прекрасный, и университет очень хороший, поэтому впечатление уже хорошее. Но мы еще только... Мы не начали как бы работу в секциях, потому что наша секция начинается сегодня. Вот, поэтому я надеюсь, что вот эти два дня, которые у нас будут, я еще больше, так сказать, укреплю свое, вот те самые ожидания, что здесь все хорошо. Вот, поэтому пока вот только такая у меня ситуация. Но мы пока вот в самом университете еще работу не начали. Вот такая ситуация.